Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и у нас игра Marvel Future Fight. И сегодня я захожу и вижу, что нам предлагают купить костюмы с 40% скидочкой, ребятки. Поэтому, если у кого есть кристальчики, покупайте костюмы, которые вы еще не успели купить и которые вы хотели купить. Вот. Значит, также этап события праздники, проникнитесь праздничным настроением, во время этапа событий получите потрясающие награды, нам предлагают. Вот, также особые праздничные события, рулетка добавилась, вау, что-то новенькое, прикольное, контент, это же хорошо, ребятки. Вращайте рулетку, чтобы каждый день получать особый подарок, коснитесь баннера в правом углу главного экрана, чтобы поучаствовать в событии. Окей, значит, в углу... Прав. Окей, хорошо. Луна снова можно улучшить до класса 3 и послушать ее новый сингл. На самом деле, я сингл не удалось мне послушать, но я думаю, все-таки послушаю я это дело. Ну, в принципе, это можно же сделать. Вроде как есть где-то на ютубе, там выложены синглы, то есть, я думаю, можно найти. Ну, либо там есть ссылочка, по крайней мере. Так, погоди, игра, стопэш. Стопэш, никуда я не хочу проваливаться, никуда я не хочу там сейчас в интернет лететь и тому подобное. Блин, и нам предлагают сделать загрузку файла, соответственно. Хотя я вот, в принципе, заходил, когда я заходил вчера вечером. Вообще, сегодня как планировалось? Пройти испытание. Там какое-то добавилось испытание, я хотел зайти в него, но зашел сегодня утром, чтобы записать видео, да, и видишь, что выдают нам. Новое обновление. Вот как-то вот так вот непредвиденно получилось. Но я, на самом деле, очень-очень рад. Прежде всего, это дополнительное какое-то видео, то есть информация для видео, информация для тебя, прежде всего. Вот, если ты еще не успел зайти в эту игру и планируешь зайти ее позже, а видео вдруг ты посмотрел раньше, то ты, соответственно, уже узнаешь, что, в принципе, тебя ждет здесь. Такой спойлер, но зато ты уже точно зайдешь в игру и захочешь повращать рулетку, например. А так бы, можешь сказать, ну, я устал вечером там с учебы, с работы, а не буду заходить там. Все равно ничего на нету, вот, а тут, хоп, тебе 40% скидки на костюмы, плюс тебе еще рулетка, плюс еще там еще что-то может быть, сейчас мы взглянем, это же просто вау, это просто круто, ребятки. Вот, ну, давай, игра, я уже пытаюсь тебя заговорить, пока идет заставка, загрузка, ну, блин, она вот. Персонажей, соответственно, не добавили. Давайте вообще посмотрим, что у нас здесь добавилось. Новые персонажи, это хорошо, новый предмет, это хорошо. Все это старое, на самом деле, это хорошо. Ну, давайте костюмы посмотрим. Доступны ли костюмы, скидки? Скидки, давайте посмотрим на новые костюмы. Есть ли на новые костюмы? Да, действительно, 40% действует на все костюмы, как я понимаю, на новые. Вот, также я, конечно, хотел вот этот купить. Я, наверное, его и куплю. Хотя, ну, я копил, я думал, не знаю, может, на что-нибудь накоплю. Накопил, в принципе. Вот, также, в принципе, есть на всякие, на любые костюмы, ребятки, любые, как ты видишь, любые костюмы, какие бы ты хотел, не хотел, на все действует скидка. Ну, кроме, которых, вот, что-то я как-то неудачно так провалился, да, вот на эти почему-то, ну, эти потому что они идут, да, они идут за золотишко, поэтому, в принципе, на них, соответственно, скидок нет, потому что это можно все купить за золото. Они стрёмненькие, но, тем не менее, для коллекции можно, например, какие-то костюмчики прикупить. Не знаю, зачем, но можно. Вот, чтобы были просто-напросто. Поэтому, все дело за малым, то есть ты заходишь и покупаешь. Кстати, на Таноса сколько костюмчик стало? 1500. Ну, в принципе, да, на 1000 скидочка на Таноса, что очень-очень довольно-таки неплохо, я бы сказал. Вот, поэтому, блин... Вот, так что дерзайте, покупайте, давайте костюмы, не тяните с этим делом. Значит, на все про все у нас по времени что получается? У нас по времени получается, мы можем 6 дней, 8 часов на данный момент. Ну, то есть, грубо говоря, пока я видео выложу, это будет 6 дней. То есть, 6 дней, в принципе, это достаточно, чтобы немножко подкопить деньжат. И, в принципе, вот и все. Значит, что у нас еще... Нет, не хочу по ссылке баннера перейти. Дайте я полистаю все это дело персонажа третьего уровня. Значит, у нас Луна Сноу, да, может уже тоже на третий уровень. Также вращать колесо. Где колесо, кстати? Колесо, баннер. Где можно повращать колесо? Погодите. Настройки костюмы, команды, друзья, инвентарь, достижения лаборатории и тому подобное, ограниченные события, это тратить кристаллы, понятно, это я знаю, так, с правой стороны баннер, да нет, не это, разлом, в разломе точно, здесь никаких колес нету, где
это несчастное колесо. Где что поворачивать можно. Так, здесь события, понятно, вот это я событие хотел с тобой попробовать попроходить сегодня, вот. Сейчас немножко это дело вернемся, сделаем. На луночку я купил, классная луночка, хорошо, она меня радует, постоянно тебя встречает. Так, да погоди ты, луна. Почему я провалился в луну? Кто мне скажет? Колесо, блин. Так, баннер, давайте по ссылке баннер попробуем перейти, я не знаю. А, ну он сейчас нам это... Понятно, короче, пошлет далеко и надолго, я понял куда. Окей, я не знаю, где есть тут колесо. Колесо, блин, обозрение. С правой стороны кликните, говорит, и вам будет счастье. Ничегошеньки я здесь не вижу, ребятки. Ничего. Возможно, еще не добавили, я не знаю, ребят. Если что-то ты знаешь, напиши, где именно. Я не вижу, если честно. Вот. Давайте не будем тогда затягивать. Значит, у нас проходит событие. Здесь мы можем получать вот эти вот жетончики, снежиночки, которые мы можем обменять на всякие прочие ништякосики. На рекламу мы можем только обменять денежки, донат вот на это. А то что было. Здесь также есть какие-то новые вещи. Я честно не знаю, ребятки, что вы по вещам подскажите мне, пожалуйста, потому что я не особо здесь ориентируюсь по этой игре. Я знаю, допустим, билет развития. Что это такое билет развития? Выбор записи Титана. Что это? Что это? Для чего это нужно? Ребятки, подскажите. Фрагменты космического куба тоже подскажите. Пространственная пыль. Я ничего не знаю. Компоненты Титана. Что это такое, ребят? Ну вот это я все знаю. Ладно, ок. Вот это я все знаю. Вот это все при мне было. А вот насчет вот этого я куда-то просто это, видать, выпал во времени. Я не знаю, что это такое. Это, скорее всего, что-то из обновлений. И это, скорее всего, что-то нужно для прохождения чего-то там. Я не знаю, босса, когда вот бьешь, наверное, большого, вот что-то падает. Вот. Я босса большого не бью, не знаю. Значит, поехали, короче, у нас события. Давайте хотя бы одну главу пройдем. Я не знаю, может быть, две главы. Сколько пройдем, столько пройдем. Поехали. Ай, состав команды какой-то. Ай-я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 й. Что я запустил, ребятки? Ну, давайте попробуем. Запустил, так запустил. Будем бить тем, что у меня есть. Там вообще состав команды, он не просто качает в очки, по сути дела. С помощью, конечно, Доктора Стрэнджа. Хотя Доктор Стрэндж удает бонусы совсем другие, не для этих персонажей. То есть для 30% для... энергетического урона, а эти, по-моему, вообще все с физическим стоят. Хотя Максимус, по-моему, его зовут, он, блин, наверное, он, в принципе, энергетический урон, я честно не знаю. Вот. Хорошо, значит, на странице «Моя команда» вы можете найти информацию, которая поможет вам узнать местоположение, местонахождение биометрик, если вы коснетесь каждого персонажа. Но, если ты начал игру, это очень-очень тебе будет полезная информация, то есть... Но те, кто уже давно играет, а те, кто давно играет, уже большая часть, наверное, те, кто начал играть, поэтому, ну, спасибо в любом случае игре за подсказку. Вот. Значит, что у нас? О, мобы у нас, Ай, меня машина сбила. Прекратите, погодите, мне же больно, да что ж такое-то. А, также мне говорили сменить настроечки на более такие... простые. В принципе, можно это попробовать сделать, я не знаю, потому что, ну, вот видишь, что происходит. Немножко подлагивает это дело. Да почему красная такая полоса? Короче, тут какие-то эти машины ездят, дикие, просто пытаются доктора бедного сбить. Доктора. Все, что ли? Вау. Я-то думаю, что он будет посерьезнее, но ок. Я уж переживал, думаю, что мы не пройдем, не зачистим. Опыта там хоть дали. Но вход невозможен. Доступен лимит ежедневных входов. Окей, ладушки. Мы получили, значит, получается, вот пространственный вот этот мусор, вот эти вот экспишки, чипы и жетончиков 15 штук. Вот. Далее, хорошо. Давайте, я не знаю, диалоги. Не имеет смысла читать их, я думаю... Не имеет смысла читать, я тебе вот так быстро промотал это все дело, потому что, ну, я не знаю, я не хочу ничего читать, просто не хочу. Я вот, мне хватает читать того, что при загрузках что-то тебе надо говорить, я поэтому что-то читаю. Так, здесь у нас что? У нас здесь также 15 жетончиков, все дела. Так, мы вот это зачистили, хорошо, то есть у нас следующий уровень, 45-й. Да, давайте поехали этим же составом команды, в принципе, мы одним Стрэнджем, в принципе, это дело зачистим, поэтому вот тебе все диалоги, нужны диалоги, если что, ставь себе паузу, смотри и читай.
А у нас очередная заставочка. Заставочка борьбы против Таноса, да? Война бесконечности. Хорошо. Кто ждет вторую часть фильма, пишите в комментариях, кто ждет. Вот, также пишите, что вы хотите от второй части. Вот. В принципе, что мы имеем? Мы потеряли половину героев. Вот что мы там потеряли. Ну, надеюсь, мы найдем их. Потому что многим персонажики полюбились, многие, да. Тот же Звездный Лорд, в принципе, я знаю, что многим нравится. Тот же такой вот персонажец, да и вообще, как бы он нормальный такой чувак. И как-то обидно, что, в принципе, вообще вся вот эта тима звездная, она просто разлетелась в никуда. Там, в принципе, никого не осталось. И кроме енота ракеты, да, и Небулы, и все. Но Небула, она же, опять же, и не была, в принципе, в команде. Вот, поэтому, в принципе, там никого и ничего не осталось. Так, значит, у нас что, подбосс, все, давай, все, спать, хорошо, отлично. Такси какие-то бешеные, просто туда-сюда летают, постоянно сбивают, и вообще как-то творится какая-то непонятная ерундень. Так, окей, мы уже получили с вами 30, вот видишь, 3 вот так тебе развернул, 30, да, 30 жетончиков, ледяные звери, хорошо. Нормально, пойдет, отлично, то есть не очень. Вот, ну, окей, ладно, зачистим все равно мы это все делаем. То есть я думаю, что первая глава, она будет, в принципе, такая себе. Не особо такая прям, вот. Давайте, значит, сделаем что? Давайте поменяем просто команду, сделаем вот эту вот команду. Возьмем Лунку снова и вообще попробуем ей посражаться, да, в принципе, потому что я последний раз писал видосик по Луны Сноу, ну, что-то как-то там... не задалось. Прям реально не задалось. Как не играл, постоянно общался с тобой и, блин, и постоянно проигрывал. Это была жесть, конечно же. Это была тема для подгорания прям конкретная. Я сам понимаю. Вот. Ну, всякое бывает, ребятки. Всякое бывает. Когда ты сидишь, играешь один, да, ты сосредотачиваешься именно на игре, а когда ты, блин, ну, играешь, и эмоции, и ты улыбаешься, и смеешься, и общаешься именно, то, блин, немножко-немножко это все-таки дело такое себе происходит. Можно просто просмотреть какие-то моменты ключевые, и потом просто они будут из ключевых моментов перерастают в плачевные, вот. Поэтому у нас там так не особо все задалось. После прохождения сюжетной миссии 3.1 вы сможете использовать автоигру во всех миссиях. В случае идеального прохождения становится доступной автоигра плюс. Вот так вот тебе, новичок. Знаешь, что тебе надо сюжетку для 3.1 пройти, чтобы тебе автоигра запустилась, да? Ну, автоигра, это вот она. Нажимаешь, да, и все. И вау, все, поехало, короче. Вот, а мы, короче, играем Луночкой Сноу, соответственно, в новом костюмчике, все дела. Вот, поэтому, блин, просто ты видел, она просто взяла, перепрыгнула вот эту вот красную полосу с машинкой, просто вот так взяла, вот так сейчас вот, хоп, и перепрыгнула, только сейчас она прыгнула на дорогу. Нет, на дорогу я не хочу. Не хочу. Кстати, морозный босс против морозной леди, можно так сказать. И машины просто так между нами проехали. То есть, мы стояли между машинами, короче. Ну, ты понял, короче, не надо, не начинай. Сейчас будет сейчас разговора на 3 серии подряд. Вот, значит, 20 фрагментов, ты заметил, а теперь дали 20 фрагментов. Победили мы вот этого Эмира, или кто он там, ледяного, вот, и, в принципе, как-то немножко лед, да, против льда получилось, но, тем не менее, мы зачистили, в принципе, и там стихия была, вот, нормальная, не в минус, бонус, классно, поэтому, в принципе, все, что ли, сюжетка пролетела, что ли, игра, зима в сундуке, раз, два, три, все, легкий уровень пройден, да, то есть имеется 50 у нас жетончиков. В принципе, можно еще пройти, да, теоретически говорят, что по идее
А, хотя там пишется лимит, да, смотри-ка, пишется что, ну-ка начать. Использованы все доступные возможности входа. То есть все, мы по идее прошли 3 раза и больше ничего мы не можем сделать. То есть нам, соответственно, не могут больше дать награды эти. Хорошо, ладненько, мы поняли, что в принципе здесь 3 прохождения. Вот, поэтому давайте попробуем не тот, кто тебе надо. Давайте отправимся вот сюда и сделаем нормальный состав команды. Вот, я понимаю, что лунка это очень классно. Давайте мы сейчас немножко команду... Блин, да не этого я хотел. Не этого я добивался. Значит, прям вот, вот так вот поставим 30%. Поставим мы, значит, damage. И поставим луночку. И поставим, то есть, энергодэмэдж у нас. И кто еще по энерго... Так. Погоди, ну я понимаю, что ты тоже энерго бьешь, но не тебя я хотел, действительно. А, можно же, конечно, в принципе, Эму Фрост поставить. Почему бы и нет? Она же тоже, в принципе, энергии. Энергетическая атака. Давайте вот такой состав команды сделаем. Почему бы и нет? Тем более, что Эму Фрост я еще вам не показывал, как такой. Тем более, что она тоже в костюме. Поэтому можно ей тоже посражаться. Давайте. Да что ж ты будешь делать-то? Да, завязывай. Дайте мне перейти в другую локацию. Что, простите? Легко. Да погоди. Вот так вот. Всего-то навсего. То есть, скорее всего. Я-то думал, что в каждой главе по несколько прохождений. Вот так вот, да, игра. А тут получается всего 3 прохождения, вот они все горят перед тобой, и доступно 0 из 1. Все, то есть мы прошли, и теперь у нас откатится это через сколько-то там времени. Ну, через сутки обычно, да, то есть сброс, когда время идет, вот примерно так. И то есть ты, получается, в день можешь нафармить 50 вот этих жетончиков. Грубо говоря, я сегодня фарманул, да, и еще у меня впереди 7 дней, то есть 7,5, 35, 350 жетонов, плюс 50, 400 жетонов я могу насобирать, и, в принципе, могу, блин, реклама завязывает, и могу, в принципе, приобрести что-то из этого. Поэтому подскажи мне, пожалуйста, что мне приобрести на 400 вот этих жетончиков. Я понимаю, что билет развития до 2 класса это очень топовая вещь, потому что она очень реально помогает, чтобы там сильно не заморачиваться по прокачке персонажа, используешь билетики, в принципе, и у тебя все ок происходит. Вот. Я просто не знаю, у меня вот набор для улучшения костюмов, вообще их не осталось. Я все влил в костюмы, ребятки. Все влил просто. Пока качал... Кого я качал? Кэпа я качал, конечно, по костюмам. До легендарного, да, то есть... до мифического, кто там последний, короче, его полностью костюм прокачал. Вот. Поэтому, смотрите, я не знаю, что из этого приобрести, что вот из этого нужно. Пишите, что для чего вообще нужно. Так, хорошо, окей. Значит, ну что, значит, не задалось. Прошли мы с вами испытания, но просто изичное было. Ну, ты видел все сам, то есть там изи-изи. А единственное, что по идее, у нас же уровень-то легкий-то стоит, а усложнить его нельзя. Ну, наверное, нельзя, судя по всему. Если можно усложнить его, да, до среднего, там, до тяжелого, и чтобы награды фармились больше, было бы прикольнее на самом деле бы. Эх, ну, видно, не получается, спасибо. Вот, ну, не знаю, ребятки, наверное, я не буду тогда затягивать все это дело, не удалось вам показать персонажей. Как-нибудь я, соответственно, сделаю видосик именно по другим тоже персонажам донатам, как я обещал. Не знаю, когда это сделаю, возможно, в ближайшее время. Постараюсь это сделать, поэтому от тебя активность под видосиком, активность вообще, что ты хочешь от этой игры, что я показал. Не факт, что я именно то покажу, что ты хочешь, но я, по крайней мере, прочитаю и отвечу тебе. Стараюсь всем отвечать именно по комментариям, вот, если, ну, там, дельные комментарии, не какие-то там такие, ну, либо что вообще, как-то проявлять себя, то есть ты увидишь, что я там заходил, по крайней мере, почитал. Вот. Поэтому старайся всем отвечать. Поэтому пишите, ребятки, пишите. Без ответа ваш комментарий, в принципе, не останется, я думаю. Вот, на сегодня, ребятки, это все. Вас, соответственно, с хорошим днем, да, чтобы у вас все было топово. Впереди уже скоро выходные, поэтому
чуть-чуть осталось, как видите, там кто работает, кто учится, вот немножечко вам осталось вот до выходных. Поэтому хорошего вам настроения, хорошего дня. Всем, ребятчики, спасибо за просмотр, всем пока-пока.